Оба проекта принадлежат Фонду жилищного строительства Республики. Один из них представляет собой группу многоэтажных жилых домов по улице Карцева, 31Б, а второй – дома в 13-м микрорайоне. На приобретение жилья эконом-класса в рамках названной программы могут претендовать семьи, состоящие из двух и более человек, на каждого из которых приходится не более 18 квадратных метров, а также одиноко проживающий гражданин, на которого приходится не более 32 квадратов жилья, а также проживающий в аварийном или ветхом жилье. С полным списком граждан, имеющих право претендовать на покупку жилья эконом-класса и условиями участия в программе, можно ознакомиться в жилищном отделе администрации.